Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Кировский бизнес предупреждает губернатора об уходе в другие регионы. Письмо Игорю Васильеву подготовили представители сферы общепита. Они недовольны мерами, которые обозначили региональные власти в качестве поддержки и собираются принять в качестве закона в конце мая. Так снизят ставки по упрощенке только тем, кто будет платить сотрудникам по 1,5 рота и сохранить 90% штата в 2020 году, что в условиях кризиса и падения рентабельности невозможно. 90% компаний не смогут получить льготу, говорится в письме. Рестораторы просят также продлить льготу на весь 2021 год. Мы понимаем, что это приведет к сильной потере доходов области, но закрытие предприятий или переезд их в другие регионы сведет налоги к нулю в принципе, говорят авторы письма. Все его подписавшие готовы к переезду своих организаций в регионы с более лояльным налогообложением, добавляют они. В СМИ попал пока только проект документа, поэтому как много будет компаний, подписавших его, неизвестно. Программа «Экономика». Энергетики не простят 400 миллионов долгов БХЗ. Об этом заявляет гендиректор по УТ+ Андрей Вагнер. По его словам, компания имеет большой опыт судов, если надо, посадок разных руководителей. Прощать долги мы не собираемся, говорит он. По словам Вагнера, компания готова на любые крайние меры, даже на инициирование банкротства. Вопрос о долге БХЗ рассматривается в арбитражном суде Свердловской области. 2 года назад тот же суд доказал уход от уплаты через фирмы-однодневки и создание искусственной задолженности аффилированными кредиторами в процедурах банкротства. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Основа любого бизнеса – это люди. Банк Хлынов понимает, как важно именно сейчас сохранить команду, которая работает над общим делом. Благодаря своей команде банк пережил кризисы 90-х и 2000-х. А сегодня Хлынов помогает сохранить коллективы предприятий, салонов красоты, частных учебных заведений, торговых центров, ресторанов, ремонтных мастерских, всех, кто соблюдал и соблюдает карантин. Банк дает возможность компаниям обеспечивать сотрудников на прежних условиях и предлагает кредиты на выплату полного размера окладов без дополнительных комиссий. Подробная информация по телефону 8 800 252 37. А у КБ Хлынов лицензия ЦБРФ номер 254. Экономика. В завершение о валютах. Доллар на сегодня 70 рублей 92 копейки. Курс евро 77,80. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.